Сборная команды корпорации «Казахмыс» завоевала бронзу международного чемпионата по мини-футболу. Турнир «Евробизнес Кап» проходил в Турции, в Анталии. Сегодня спортсменов встречали в столичном аэропорту. На групповом этапе чемпионата «Казахмыс» смог выйти в плей-офф с первого места, обыграв команды из Турции и Румынии и сыграв в ничью с Узбекистаном. Матч 1/8 финала соперником казахстанских футболистов стала команда из Словакии «Шефлер». Счет 4-3 в пользу «Казахмыса». Я впервые участвовал в турнире такого масштаба и очень рад, что наша команда смогла достойно выступить. Мы чувствовали поддержку болельщиков на соревнованиях, была настоящая атмосфера единства, спорта. Это нам очень помогло. Мы благодарны всем, кто болел за нас. На поединке в четвертьфинале казахстанцы сыграли в ничью с молдавскими спортсменами. Выход в полуфинал определила серия пенальти. 2-0. Самыми серьезными соперниками игроки «Казахмыса» назвали азербайджанцев. В полуфинальной встрече наши соотечественники уступили футболистам из Азербайджана со счетом 1-2. Завоевать награду в турнире нам помогли наше единство, общее стремление к победе. Команды из 28 стран боролись за медали, все соперники хорошо подготовились. Сборная нашей корпорации тоже хорошая. Мы тренируемся все выходные, а перед турниром месяц тренировались вместе. Евробизнес Кап – традиционный турнир корпоративных команд. В этом году в международном чемпионате участвовали 28 команд из разных стран мира. Ботагоз Базарбаева, Серик Конурбаев, 24 KZ.